Йоу, народ, это наконец-то свершилось. Я обзавелся своими собственными стикерами. А? Как вам? Я реально больной на наклейки. В подвальчике у меня по максимуму все обклеено. И вот, наконец, мой первый стикер-пак. Давайте по порядку. Так, кислотный варвар. Тот самый арт из трилогии. Кстати, если не смотрели, то обязательно ознакомьтесь. Довольно ламповые видосы. Дальше в линейку попала работа Дмитрия Смирнова. Я уже как-то говорил, что парень делает реально круто. Вот и мне от него аватарочка перепала. Я счастлив. Опа. Довольно старая работа. 2011 год. Короче, на картинке я нарисован. А в плюшке... Там плюшки, видишь, у меня в бутылке. Ну, да. Круто, да? А я стикеры такие сделал. Во были времена. К сожалению, оригинал не дожил до сегодняшних дней. Ебаная жизнь. Тяжелая судьба. Ну и последний персонаж в наборе. Тот самый батюшка, которого уже замазали давным-давно. Но в свое время он так некисло разошелся по интернету. То и дело натыкался на него в разных пабликах. Ну и в довесок в наборе присутствует лого нашей всей движухи. Каждый стикер продублирован несколько раз, и в общей сложности в паке 18 наклеек. Заказать всю эту вкуснятину можно в группе. Тут вся информация, фоточки. Ну, в общем, разберетесь. Смотрю я, значит, на стеночку в группе и вижу, что вы любите рисовать. Ну что ж, объявляю конкурс. Ваша задача — нарисовать нашего любимого раму. Я создал специальный альбомчик, куда вы будете скидывать свои варианты. И самую крутую работу мы включим в состав второго сезона нашей стикер-эпопеи. Второй пак, короче. Ну а имя автора раструбим на весь белый свет. Плюс ништяков задарим разных. Для вашего удобства прикреплю его инстаграм, страничку, ну или вообще можете сделать скриншот из видоса и его нарисовать. Торопить вас не буду, вот как поднаберется картиночек, тогда и голосование устроим, и разберемся со всем. В общем, активно залетайте в группу, я там все объявлю. Пока.